11 соглашений подписали на полях второго молда российского экономического форума. Суммарная капитализация компаний-участниц превысила 25 миллиардов долларов. Основные соглашения посвящены таким сферам, как машиностроение, туризм и сельское хозяйство. Башкирская делегация заключила несколько договоров о сотрудничестве. Самый крупный проект – это сборка троллейбусов в Молдавии из уфимских комплектующих. Оборот совместного предприятия уже в следующем году превысит 10 миллионов евро. Также делегация Башкортостана договорилась с молдавскими партнерами о совместном развитии внутреннего туризма. При этом те предприниматели, которые готовы инвестировать в создание совместных предприятий, получат льготы и в преференции. Сегодня Молдова заключила очень много соглашений, которые позволяют охватить серьезно и европейский рынок, и турецкий рынок, и рынок стран СНГ. И тут просто необходимо всем объединиться, проинвестировать и работать совместно. Поддержку бизнесу окажет и Башкортостан. Республиканские власти пообещали, что внимательно рассмотрят инициативы предпринимателей, которые будут продвигать товары на молдавском рынке. При этом приоритет отдадут не сырьевому экспорту. Те предприниматели, которые работают и представляют башкортостанский бизнес, по ним мы, естественно, будем работать в ручном режиме, помогать им, мониторить. А по итогам форума подведем итоги, создадим постоянно действующую рабочую группу. Она будет работать как раз в направлении Молдовы и устранять те барьеры и сложности, которые будут возникать. Ну, там, например, то, что здесь нет НДС, у нас там есть НДС. Президент Молдовы Игорь Дадон отметил, что за последний год товарооборот двух стран вырос на треть, достигнув отметки в 1,5 миллиарда долларов. А поставки главного экспортного продукта, молдавских вин, увеличились в России почти на 50%. И это далеко не предел. Кишинев нуждается не только в инвестициях, но и технологиях. Дадон предложил создать ассоциацию регионов России для сотрудничества с Молдовой, реализовать которую предложили Башкортостану. Я уже говорил, что у нас практически идет перезапуск молдороссийских отношений довольно хорошими темпами. Я уверен, что после сегодняшнего форума и молдавские, и российские бизнесмены найдут себе партнеров. Отмечу, что делегация Башкортостана была самой многочисленной на форуме, приняв участие в 13 деловых мероприятиях, заседании Молдо-Российского экономического совета, а также в пленарном заседании. За столь активную работу наша делегация получила статус почетный.